сначала, хоть их не исчесть. Каждое утро ты обновляешь милость и благодать ко мне. Спасибо, прославление. А есть такая песня, там что-то «Я бы вечно петь бы мог», что-то такое есть, нет? Не, ну помните, нет, просто. А? Ну я что-то, вот мне строчка какая-то пришла.
Помните такую песню? Есть, да, а как там, напой? А, вот, да-да-да. Знаете, у меня сразу вопрос, а реально ты бы мог бы вечно петь Иисусу? Или ты такой, блин, ну уже мы 3 часа поем это, Иисус, Иисус, сколько можно? Слушай, какой вечно, а? Слушай, но я, знаете как, я не устану, повторять и как бы приводить пример, да, из своей жизни. Я давно уже понял, если мне, я устаю от поклонения, значит, я не поклоняюсь. Понимаете? Физически, да, мы можем устать, чисто там ноги устали туда-сюда, да, но это я про другую усталость. Есть, знаете, моральная усталость, когда ты ждешь, когда это закончится, у тебя там борщ там, у тебя там еще дела какие-то. Хотя какие уже дела, уже все, люди сейчас спать скоро будут ложиться, там уже никаких дел, да. А кто-то уже про завтра думает, там, а с утра там какие-то дела, заказы, там работы, там все. Да, ему какой вечно петь? Он тут 5 минут и побежали, да. Друзья, надо, знаете, как, ну, вот реально как бы надо... как-то больше сердца, да, и больше разум свой включать в то, что мы поем. Да, я не про то, чтобы там мы песни теологически исследовали там и так далее, но чтобы мы пропускали их через сердце, да, чтобы мы задумывались, а это реально так? Или ты просто пришел, попел такой, Иисус, ты Господь, попел и пошел домой. Или реально Иисус Господь? А что это для тебя значит? Что для тебя значит Иисус Господь? Или Иисус, ты царь? Или я бы вечно петь бы мог? Или сердце разорвет разлука между нами? Что это значит для нас, друзья? Это очень важно. Потому что если мы не будем об этом задумываться, если мы не будем это пропускать в свое сердце, это станет для нас формальностью. Ты пришел, попел песни. Да? Мы детям, когда с детьми собираемся о поклонении, мы сразу им проводим параллель, что петь песни – это не значит поклоняться. А поклоняться – это не значит петь песни. Можно и без песни поклоняться. Аминь. Можно с песней просто, ну, как-то, ну, так, у нас есть такая культура, да, и мы в Библии видим, да, и все, поэтому мы это делаем, но поклонение – это вся наша жизнь, да, но есть время, когда, ну, для нас это особенное время, да, когда мы все вместе собираемся, чтобы поклоняться Ему, и нам не страшен серый волк. Это я так пошутил. Вы поняли, да, про какого волка я говорю? Итак, друзья мои, ну, знаете, вот я как бы всегда так с настороженностью отношусь к каким-то вот посланиям или видео. Тут хорошее, очень качественное видео мне попало на глаза. Тут вот мне настоятельно просили там посмотреть. Я посмотрел видео или послание, где конкретные даты говорят, что вот Иисус придет тогда-то, да? Почему я всегда насторожен? Ну, то, что Библия говорит, что если вам будут говорить конкретно, да, что когда, не верьте. Да, потому что времена и сроки никто не знает, только Отец написано в Библии. Да? Вот. Поэтому, но в любом случае, да, не просто так Иисус, да, Он дал нам в Слове, да, Он сам об этом сказал, и мы в Слове видим, и мы видим книгу Откровения, и книгу Даниила, и послание, и в Евангелии, да, Матфея 24 глава, мы видим эти признаки. Да, я бы хотел, то есть я ни в коем случае не хочу там как-то, ну, нагнетать, да, хотя я об этом тоже скажу, это очень важно. Вот, но я хочу прочитать все-таки это. Вы все это читали, может быть, ну, все равно есть люди, которые недавно в церкви, да, или... ну, там, может быть, кто-то Библию не так часто читает. И... вот, поэтому давайте мы прочитаем. Матфея 24 глава, с 4 стиха. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец». Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется.
и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда мы видим, да, как в мире происходят какие-то события, да, это нас наталкивает на мысль. Ну что реально, друзья мои, может так оказаться, что мы с вами, ну, живем в это последнее время, да? И как бы, ну, и это нормально, что, ну, об этом говорить и рассуждать. Другое дело, что, ну, не надо, да, там, я знаю, у меня откровение, мне ангел сказал, вот в 2020 каком-то году. Нет, да? То есть тут четко сказано, что нет, то есть тут не сказано про какое-то конкретное время, да? То есть, но мы видим, и для меня, друзья мои, ну, самый такой, наверное, главный признак, да, вот, потому что, ну, болезни — это то, что мы видели, да, это на протяжении всей истории, да, и были, и пострашнее были вещи, да. Войны народ на народ, мы тоже это видели. Лжепророков тоже видели. Все это было уже, да, и все это будет. Но для меня самый основной признак — это что Евангелие будет проповедано везде. А мы к этому приближаемся, аминь, да. И каждый из вас, он, ну, так или иначе приближает, да, я надеюсь, ты тоже приближаешь это, и ты проповедуешь Евангелие, и сегодня больше возможностей становится, да, вот, и люди доезжают до каких-то вообще там просто племен, которые вот, ну, реально, наверное, никогда не слышали, да, и это все-все, потому что церковь, она растет, да, это движение, оно растет, это становится все больше, 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 и однажды реально все услышат Евангелие, и тогда придет конец, вот. Но у меня такой вопрос. Как бы я хотел с него вообще начать, но я думаю, что, ну, ну, важно его задать. Вот скажи, а если бы ты знал, вот реально, вот, вот Иисус пришел к тебе и говорит такой: Василий, Васи нет, Вася здесь же, да? Ладно, не Василий, Петр, Петр, вот никому не скажу, только тебе скажу, никому не рассказывай. Я приду в 2021 году. Ну, представляешь, такая ситуация? Вот представь, что ты на месте этого Петра, да, вот. Как-то Вася все равно напрашивается. Ну, нам, короче, ты на месте этого человека. Что бы изменилось в твоей жизни? М? Ну, вот что бы в твоей жизни изменилось? Подумай. Давайте поразмышляем маленько. Ну, не надо вслух, ладно, давайте каждый. То я так чувствую, уже там пальцы загибать начали, нет? Что бы изменилось, друзья мои? Что бы ты стал делать? Вот подумай. Давай, я пока водички попью, пока ты думаешь. Подумали? Изменилось бы что-то? Не, ну реально тебе прям вот, вот прям реально, как бы, ну, Иисус, это не, ну, не прикол, да? То есть ты бы прям понял, там, я не знаю, ну так, такое бы свидетельство было, чтобы ты прям вот реально понял. Тебе Бог бы сказал: ты избранный. Ну, в общем, смотрите, по сути-то ничего не должно измениться в твоей жизни. Понимаешь? На самом деле ничего в твоей жизни не должно измениться. Потому что, в принципе, ты и так должен жить в состоянии, что Иисус придет завтра. И не надо для этого получать какое-то «воу» откровение, да, или там ангела встречать, или еще. Ребята, это наша жизнь. Аминь. Мы, в принципе, должны так каждый день жить. Если мы думаем, что, не, вот если бы я знал точно, да, это как там сестра видения видит, Иисус на лыжах придет, ага, значит, зимой, значит, летом можно расслабиться. Но это религия, ты понимаешь? Или когда ты к Богу начинаешь взывать, когда какие-то проблемы начинаются, да, какие-то вирусы там, и мир в панике, и прям, ну, серьезно, да, я вот сколько живу, не помню такого, чтобы так перекрывали границы и так страны себя изолировали, да, такого не было. Ну, на моем, по крайней мере, тут есть люди постарше, может быть, вы скажете, что было. Я не помню такого. Вот сколько я живу, не было, да, люди постарше, не было такого. Вот, но это реально какая-то, да, ну, может быть, это, там есть момент какой-то, ну, может быть, слишком раздули, не слишком, мы, ну, до конца не можем наверняка знать. Но это и не важно на самом деле, другой вопрос. Мы должны задать себе, это гораздо важнее. Да, неизвестно, кто там, что это, знаете, вот реально, мы в таком век живем, мне кажется, когда вот 100% никто ничего не знает, ну, до конца, вот прям вот точно как, понимаете?
Потому что 150 версий, и каждый ее обосновывает, да, и там сейчас еще это любят как делать, вот это информационный же век. Они берут что-то, например, да, вот, и начинают там. Там человек, снимают человека, как он упал, и от коронавируса там все. А кто-то пишет, да это вообще, это видео от, там, с какого-то года там, лохматого там, это вообще человек упал совершенно от другого, да. А это уже все разнесли. Ты видел, человек прям упал, ты видел, и все. И у людей паника, что делать? А у нас люд как привык, что делать, да, срочно закупать что-нибудь надо, бежит в магазин, вот. Я так ради интереса посмотрел, ну, гречи есть, ребят, в магазине. Ну, то есть, как бы нормально, то есть, все, да, все. Я еще это, новости посмотрел, там минут 20, наверное, рассказывали про то, как, ну, там, на всяких заводах по производству еды, там, да, ну, куриные, там, комбинаты, там, еще какие-то, как они мощностя свои просто усилили, и там такие конвейеры прям, потом показали склад с едой, просто нереально здоровый. Ну, я понимаю, что им тоже, наверное, не очень, ну, как бы выгодно сильно прям, чтобы люди паниковали. Ну, как бы, ну, зачем, да, слишком чересчур, да? Поэтому они такие показали, люди, стойте, ну, пожалуйста. Ну, то есть все нормально, как бы, всем хватит, да. Вот, поэтому, друзья мои, это все будет. Но очень важно в этот момент себе вопрос задать. То есть, когда что-то начинается, какая-то движуха нездоровая, да, там, вирусы, еще что-то, мы еще, ну, как бы, я думаю, все равно, вот если почитать, да, ну, там будут убивать нас, да, там, что тут еще будут делать тут? Народ на народ, царство на море, землетрясения, но это не везде, по местам. Так, начало болезни, но это тоже мы все видели. Будут предавать нас, вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами. Воу, это как вообще понять-то? Всеми прям народами, не только в каких-то странах, где сегодня, да, гонения, а всеми народами. Это что такое, да, интересно. И вот, и, друзья мои, и во всей этой истории, да, я сейчас, ну, я веду, сейчас я подытожу. И во всей этой истории самое важное задать себе вопрос, что со мной происходит в этот момент? То есть я к Богу бегу? Или я за гречкой бегу? А? Причем, друзья мои, смотрите, вы поймите меня правильно, и то неправильно. Серьезно. Знаете почему? Ну как неправильно? Нет, конечно, лучше за Богом бежать, чем за гречкой. Но по идее ты и так с Богом должен был быть. Почему ты бежишь, когда проблема? Почему ты не бежишь, когда просто вот к нему бежишь каждый день? Ты беги к нему каждый день, тебе вообще-то все равно, что там происходит. Понимаешь? А то мы так, знаете, у нас когда придавит, мы тогда к Богу бежим. Но это говорит об уровне наших отношений с ним тогда. Понимаете? Получается, тогда у нас есть какая-то жизнь. И у нас, в принципе, все нормально. Вроде как бы ипотеку только взяли. Я когда видео посмотрел, где, ну, с годами конкретно, там, когда что, я думал, о, классно, вовремя как ипотеку взял, не надо будет до конца ее отдавать. Я шучу, конечно. Вот, надо, да, обязательно. Все вернем, никому должны меня останемся. Вот, но я просто смеюсь, да. Друзья мои, но... Понимаете меня правильно, да? Что нет, это хорошо, если когда у тебя проблемы, ты к Богу бежишь там, а не куда-то, да, в другое место. Ты беги, аминь. Но ты когда бежишь к Богу, ты себе вопрос задай, а что я вообще это, бегу-то к Богу? Я должен был с ним быть вообще. То есть, понимаете? Понимаете? Потому что мы начинаем как бы, ну, шевелиться, да? То есть как-то, ну, там раз, там, и ты смотришь, и на молитву там приходит человек. Когда? Когда проблемы. Когда начинаются какие-то, да, движения такие. То есть, друзья мои, но это не должно так быть. Это говорит об уровне отношений. А Бог хочет, чтобы ты всегда с ним был. Началась какая-то движуха, а тебе, в принципе, нормально. Почему? Да ты с Богом. Да? И смотрите, я еще хочу одно место Писания. Оно сюда очень подходит. Вообще, я с него хотел начать, кстати. Матфея, я сегодня со всего, да, хотел начать, я понял. Матфея, 10 глава, с 28 стиха. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? И у вас же и волосы на голове все сочтены, не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Смотрите, он говорит, да вы не бойтесь, ребят, да и да Бог все знает.
Да он все контролирует. Да даже долины смертной тени ты пойдешь, ты с ним, он с тобой, он тебя проведет. Знаете, я всегда говорю, Бог нигде не дает нам гарантии, что у нас не будет каких-то сложностей в жизни. Или не будет каких-то трагедий или чего-то такого, то, чего мы не хотим в жизни, да. Мы никто не хотим, мы близких не хотим терять, мы болеть не хотим, да, мы много чего не хотим. Но нигде в Писании не сказано, что Бог такой раз, вообще вот все, вот тебя от всего этого, да. Он не говорит нигде, но он говорит, что я тебя проведу. Я могу, пример мы всегда, да, приводим, Иова, да, который пережил, да, какие-то страдания в жизни, но при этом он с Богом. И Бог говорит, да я тебя проведу, ты главное, ты до мне доверься. Да это, don't panic, просто доверься. Но чтобы ему довериться, что? Нужно иметь эти отношения. Аминь. То есть нужно приходить к нему не по воскресеньям. Ну, по воскресеньям вы приходите, вы не подумайте. Аминь. Молодцы, все пришли, слава Богу, аллилуйя. Вот кто не пришел, трансляцию смотрит, будьте благословенны. Кто-то там, может, приболел, еще что-то. Всех благословляем. Друзья мои, очень важно, понять, что, надо Богу доверять. Мы не знаем, что завтра будет. Но я точно знаю, что Бог позаботится. Я всегда, у меня есть любимые герои, которые, они прям, нормально сказали. Я думаю, это правильное положение сердца. Это Сидрах, Месах и Авдинага. Когда Навуходоносор бросал их в печь, говорит, я вас сейчас в печь брошу. Они говорят, слушай, Бог позаботится. Но если даже, они допускают, что, всякое может быть. Знаете, как харизматы, да, они такие, аллилуйя, да, там, были такие харизматичные ребята, они такие, в печь, да пожалуйста, вообще. Но даже если вдруг что-то пойдет не так, да все равно Бог все усмотрит. Да все равно Бог все усмотрит. Еще хочу вам прочитать одно место Писания. Знаете, сегодня, я думаю, только ленивый, наверное, вообще, я не знаю, это надо человека где-то откопать, который не слышал про вирус, да. Это, я не знаю, можно такого найти сегодня? Мне кажется, она жива еще? Нет? Наверное, жива? Не, и то, к ней же цивилизацию провели. Я думаю, до нее тоже дошло. Друзья мои, но мы должны не этого вируса бояться. Вообще, должны мы бояться чего-то в жизни? Нет? Или должны? Я люблю, когда разделяется мнение. Должны или нет? Давайте как в Библии, давайте как по Писанию. Библия нас всегда рассудит. Итак, Римлянам 1:28-31. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники». Богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушные родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостливы. Друзья мои, вот чего мы должны бояться, это в другом сейчас скажу. А то сейчас скажете, что я тут вам что-то это. Сейчас. Это я до этого читал, все, я же вам прочитал. А бойтесь более того, кто может душу и тело погубить в гиене. То есть смотрите, друзья мои, нам не надо сегодня бояться вирусов, которые могут погубить наше тело. Это не страшно. Помните, как этот Хайдуковский говорит, ребят, умирать не страшно. Страшнее, он говорит, пред Богом пристать без всего вообще. Вот это страшно, да. А умирать, говорит, не страшно, умирать не больно, да. Вот. Но смотрите, есть вирусы сегодня, которые могут душу твою погубить. И вот эти вирусы, они вот они, понимаете, они здесь перечислены, эти вирусы. Блуд, лукавство, корыстолюбие, злоба, зависть, распри, обман, убийство, злонравие, злоречие, клевета, богоненавистничество, понятно, да? Непослушание, тут, ребят, просто вот вообще, да. И вместо того, чтобы, я не знаю, мне кажется, это реально, если кто-то набирал тест, на вирус, да, проверить, я уверен, люди сегодня, они пытаются, они боятся. Знаете, как сейчас
покашлял, на тебя сразу все, сразу смотрят. А у нас еще это, кореянки, они еще маски все поодевали, люди на них смотрят вот так вот, сразу раз-раз. Я говорю, вы смотрите, вас кто-нибудь поймает, вот это, насильно в больницу притащит, скажет, так, это что, давайте проверим. То есть люди сегодня, они, у них, не дай бог я заболею, страх. Я вот думаю, вот нам надо так бояться, не дай бог я сплетнями заболею, ой, не-не-не-не-не-не-не, ой, не дай бог я в сердце своем допущу какую-то обиду, ой, не-не-не-не-не-не. Вот так бы люди боялись, да, вот этих вирусов. А сегодня люди боятся больше физически заболеть, да, хотя это Писание говорит, да вы не бойтесь, ребят, да это вообще не страшно, это вообще не страшно. Тот, кто тело может погубить, это вообще не страшно. А вот кто душу может погубить, а эти вирусы, друзья мои, они могут душу погубить, потому что они принесут эту горечь в твою жизнь, понимаешь, и они начнут изнутри тебя разрушать. Они будут проникать в твое сердце. И нам сегодня, друзья мои, надо задать себе вопрос, надо пойти взять свое сердце и Богу на анализы сдать. Ну, на проверь, Бог, проверь мое сердце на вирус. Понимаете? А не в аптеке спрашивать, а у вас есть от коронавируса тест? Ну так, на всякий случай, а вдруг разберут, да? Можно прославление, выходите, я уже заканчиваю, будем еще молиться. Понимаете, друзья, важно сегодня сердце свое протестить. Сегодня его надо в лабораторию, в божественную лабораторию. Знаешь, у Бога есть лаборатория. А эта лаборатория, она, знаете, как, это обстоятельства в жизни. Это хороший тест. Что в твоем сердце, да? Это отношения с людьми. Проверь сегодня. Может быть, есть какой-то вирус, да? Может быть, есть сегодня какой-то вирус какого-то, не знаю, безразличия, может быть. Это тоже вирус. Это тоже, люди этим заражаются, им вообще все равно становится, им только для себя важно. Это тоже вирус, который разрушает. Может быть, есть вирус обиды. Понимаете? Это то, что сегодня действительно может нам навредить, потому что это то, что может разделить нас. Да, это то, что может увести нас от Бога. Хотя, с другой стороны, Писание говорит, ничто не может отлучить нас от любви Его. Аминь. Но если тебя сегодня что-то уводит, наверное, надо задать вопрос, ну а как бы, а как оно? А какие мои отношения с Ним? Если какие-то вопросы могут сегодня разлучить, могут отделить, я не буду больше ходить, а что, меня обидели. Я все, я обиделся на Бога. Я вообще, мне всегда смешно. Как можно на Него обидеться? Может быть, ты с Ним не встречался никогда? Может быть, тебе надо с Ним встретиться? Может быть, тебе надо разобраться сегодня со своим сердцем и реально просто открыть его и честно признаться пред Ним, не перед кем-то, перед Богом. И позволить сказать Ему, Бог, вот мое сердце, вот скажи, есть ли там что-то, что тебе не угодно? Может быть, сегодня я допустил что-то? Потому что я не хочу сегодня, чтобы в моем сердце было что-то, что отделяет меня от Него. Что приносит какой-то злой корень, что приносит какую-то обиду, какое-то разочарование. Я хочу, чтобы в моем сердце сегодня было только то, что приближает меня к Нему. Понимаете? Давайте мы встанем. Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец, Господь. О, мы благодарим Тебя, Бог, за все, что Ты делаешь для нас. О, Господь. О, Ты Бог всего. Ты держишь все в своей руке, Господь. О, Ты создал. Ты создал эту вселенную, Ты создал все звезды, Ты сотворил людей. Ты сказал, что Ты даже волосинки посчитал у нас на голове. О, дай нам познать вот Тебя такого и доверять Тебе на 100%, Бог. И дай сегодня принести свое сердце. Давайте просто вот прям возьми свое сердце, скажи, Бог, вот мое сердце. Скажи мне сейчас, что? Есть, может быть, какой-то вирус, может быть, я не вижу, или я вижу, может быть, я не хочу с этим вирусом разобраться, может быть, я не хочу с этим, с чем-то, я, может быть, с этим живу, может быть, какой-то грех есть, может быть, есть что-то, что сегодня отделяет, и я не могу, это так, так прилипло, но я хочу, Бог, чтобы этого не было. О,
щира, бра, 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 бра. Бог, только Ты можешь изменить. О, только Ты можешь изменить нас, Господь. О, Бог, спасибо Тебе, благослови. Боже, коснись каждое сердце сейчас. Кемеровская христианская церковь Христа Воскресшего осуществляет миссионерское служение в разных городах и странах, таких как Индия, Кения, Конго, Камбоджа, Таджикистан, Монголия, Тыва, Южная Корея. Вы можете поддержать миссионерское служение в этих странах и стать участником мировой жатвы. Осуществить пожертвования очень легко. На сайте церкви вы можете пожертвовать при помощи банковской карты или через банковский счет. Реквизиты счета указаны на сайте в разделе «Пожертвования». Мы благодарим вас за вашу поддержку и участие в миссионерской работе. Пусть Бог благословит вас!